Саня, давай иди, я тебе сейчас так дам. Я вообще не понимаю, как можно в обычной жизни подойти и заговорить с девушкой. Ну, подходишь и говоришь. И что говорить? Привет, давай дружить. Раньше было намного проще. Спасаешь принцессу из лап дракона. И все. Ты герой. Еще и полцарства в придачу. Эх, если бы сейчас что-нибудь такое произошло. Какое такое? Ну, например... Например, террористы бы захватили всех в заложники. Мы выходим, но сразу предупреждаю, если хотя бы одно из наших требований не будет выполнено, то пострадает самая красивая и самая умная девочка. Ясно? Хорошо, мы выполним ваши требования. Пошли. Террористы так не говорят. Ой, а ты-то откуда знаешь? Часто в заложники попадал. Я в кино видел. Это тебе не кино. Это жизнь. И они потребовали машину с полным багажником денег, чтобы уехать на ней до самолета. Так, сходи, проверь машину. Ты еще 3 минуты здесь, потом спускаешься к нам. Пошли. Нет, нет, пожалуйста. Нет, нет, пожалуйста, нет. Нет, нет, водить не умеешь. С чего ты это, Миха, взял? Мне папа уже 2 раза порулить давал. Ничего там сложного нет. Тут у тебя все просто получается. Ага, если. Ну ты загнул. Он без патронов. А его заклинило. А нож поменьше. Давай хотя бы нож уставим. Теперь ты мой герой. Тогда Боля поняла, что я сильный, мужественный и смелый. Ну не знаю, ничего страшного в обычных террористах я не вижу. А в чем тогда видишь? Зомби. Там никого. Ты
Тоже мне подвиг. Я бы этого мертвеца с одного удара вырубил. Если бы он был один. Как все банально. Дальше ты их всех покрошишь. Как в любой игре. Мелко мыслите. Я бы сделал так. Что ты делаешь? Сами чувствуют наш запах. Мы должны избавиться от него. Блин, за одежду бензина. Ты мой герой. На мой взгляд, вы вообще не понимаете, что нужно девушкам. Грубой силой сегодня уже никого не удивишь. Главное — романтика, хорошая музыка, свечи, цветы. А ты вообще знаешь, что спички детям не игрушка? Вот ветер дунет, свеча упадет и пожар. А вот в такие моменты и надо проявлять свой интеллект. Это ветер любви раздувает пожар моих чувств. Ты такой находчивый, такой романтичный. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Ну и в чем сложность выучить какого-нибудь Лермонтова? Да при чем тут Лермонтов? Ну, Пушкина, все равно никакой сложности не вижу. Ты же не дослушал. Стихи должны быть собственного сочинения, именно ей посвященные. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, Светлана, муза, вдохновение моей несказанной мечты. А если зомби нападут? Ты им тоже стихи читать будешь? Ну, а почему нет? Зомби же тоже люди, хоть и в прошлом. Сегодня сердце бьется чаще, и легче пишется сонет. Мой взгляд как будто стал горящим, ведь света — это яркий свет. А если террористы? Ты знаешь, я легко смогу их убедить, что деньги можно зарабатывать и другими, более цивилизованными способами. Например, так. Или так. Даже так. Ну, в крайнем случае, вот так. Ну! Выходи! Ядра! Стоп, снято! Ну, на все у тебя есть ответ. А вот если ее кумир придет, тогда у тебя точно нет шансов. Да не, этого просто не может быть. Этого просто не может быть. То есть, вот это может быть, а я нет?
Ну зачем ты так с ним? Она кроме тебя больше никто не нужен. Ну что, может, еще раз пройдем? Да мы уже 5 раз туда-сюда ходили. Толку-то? Какие-то они нерешительные. Да мальчишки никогда не сделают первый шаг. Давайте сами. Интересно, далеко не любовь. Хотя влюбляются принцессы в бедняков и рабов. В любви все возраст и покорно, ей плевать на чины. Когда она пустила корни в предназначенных. И не помогут тебе 300 способов и стихии. Пусть это будут террористы, зомби или стихии. Пусть будут мощные артисты и овации, и бой. Все проще, парень, ухитрись ты оставаться с собой. Кину из дома, лики Купидона. Перепрячу стрелы, поломаю лук. Красками знакома, ласковая кома. Сказку далеко нам тянет сердце стук. Выкину из дома лики Купидона. Перепрячу стрелы, поломаю лук. Красками знакома, ласковая кома. Сказку далеко нам тянет сердце стук. А вот если ее отец придет, тогда тебе точно хана.